Скажи, Он Творец, единственный и неповторимый. Единственный, от которого зависит все, в то время как Он сам не зависит ни от кого. Он не родил и не был рожден. И нет абсолютно никого и ничего во всем творении, подобного Ему. Данное утверждение исключает следующие моменты. Первое. Если Он единственный и неповторимый, то это совсем не значит, что Он просто под номером один. Он единственный. И вне своего творения единственный и неповторимый Бог. Безраздельный. У Него нет никакой семьи, никакого попечительского совета, никаких советников, никаких адвокатов, никаких бухгалтеров, никакой компании, никакого множества богов рядом с Ним, ни матери, ни отца, ни дочери, ни сына, ни родственных богов, ни мини-богов. Один Бог, единственный. Так всегда говорил сам Господь, так повторял Иисус. Величайшей заповедью является первая из всех заповедей. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог единый есть, и нет иного, кроме Него. И не поклоняйся никому, будь то в небесах или же на земле, ни местам захоронения, ни изображения, ни в небесах, ни на земле, ни в пучине глубокого моря». В этом есть утверждение самого Господа, вынесенное нам в Коране. Он Аллах. И нет никого достойного поклонения, кроме Него. Аль-Малик, Властелин. Аль-Куддус, Пречистый. Ас-Салям, не имеющий никаких недостатков. Аль-Му'мин, дарующий безопасность. Аль-Азиз, Могущественный. Аль-Джаббар, обладающий безграничной силой. Аль-Мутакаббир, Возвеличенный. Пресвят Аллах, и превыше всего, что они берут Ему в сотоварищи. Ху Аллах, Он Аллах, Аль-Халик, Творец, Аль-Бари, Создатель, Аль-Мусауир, придающий образ и форму. Лахуль Асма Уль-Хусна. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Юсаббиху ляху ма фис самавати валь ард, ва хуа л'азиз уль-хаким. Славит Его то, что на небесах и на земле. И Он могущественный и мудрый. Хуа л'ауалю валь ахир. Он первый и последний. Аллахиру валь батин. Он явный и сокровенный. Ва хуа бикулли шайин алим. Он ведает обо всем сущем. Хуа л'ази халака с самавати валь арда фи си.